Ольга Бузова уже дала миру Бузкоин, Бузфуд, а теперь вот еще и появилась Буза. Оля, как бы невзначай, засветила бутылочку воды, когда позировала фотографу за рабочим столом. Смотрите, вот они какие мои рабочие будни, которые остаются за кадром. И лицо такое умное и задумчивое сделало. Все как надо. И ничего, что это стол Ара Марчера, и на нем лежит его ежедневник. А еще колечко на безымянном пальце правой руки тоже попало в кадр. Нет, как уже не раз говорила Оля, что у нее таких украшений пруд-пруди, и что ей все равно, на каких пальцах его носить. Но может это как раз то самое?